Однажды мне позвонил Хесус Ромеро Каллин. Сначала он пришел не за помощью, а просто хотел объясниться и попросить совета. Он не знал, как поступить со священником из Тлальпана. Его рассказ длился 2 часа. Он позволил его записать. Я помню, как в то воскресенье сидел в церкви на последнем ряду. В тот день отец Карлос Лопес Вальдес попросил министрантов помочь ему со службой. И тогда мама сказала: «Чучито, почему бы тебе не стать мальчиком при алтаре?» Я ответил: «Хорошо, мам. Если ты этого хочешь, то, конечно». Я стал прислужником, министрантом. Мама этим перед всеми хвасталась и рассказывала, как ей нравится видеть меня в церковных ритуалах. Я хочу, чтобы он знал, что он не смог причинить мне боль. Еще я хочу, чтобы он знал, что я любил его. Но... он должен понимать, что я никогда его не прощу.